Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят! С нами Катя, модная Катя, у нее есть свой канал, подписывайтесь обязательно. Она, можно сказать, суперстар нашего канала. Показывает всякие непотребности пальцами сейчас, как ниндзя Шаолинь. И сейчас мы будем рисовать Валентинку для вас. Опять, а в каком городе вы живете? Потому что это как-то повторяется. Валентинка для жителей... Давай, для каких жителей? Для жителей Москвы, к примеру, да? Думаешь, в Москве едят мороженое? Конечно. Мороженое везде едят. Мы рисуем сейчас мороженое. Сейчас в Москве столько снега, что у них там мороженое на каждом шагу. Чего много мороженое? У них в Москве много чего? У них там много снега, и поэтому у них там мороженое на каждом шагу. Отлично. А, в смысле мороженое, снег. Ага. У них снег, мне кажется, растаял. Напишите, как в Москве погода. Сейчас мы рисуем. А я спрашиваю, а сколько у вас? Ну ладно, давай не будем отвечать на вопрос. Рисуем два мороженых. И откусанных, пожалуйста. Нет, надкусанных рисуем. Смотри, вот так одно рисуем, вот так. Раз, два, и вот так вот. Раз, сразу сюда. А здесь так бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим-бим. А здесь то же самое, только вот так вот. Раз, и сюда. Раз. А здесь бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим. Это похоже на логотип Apple, когда откусили половину. Здесь такие палочки. Палочки. Ручки. Ручки можно так нарисовать. Раз. И вот так. Мне кажется, просто. А здесь вот так нарисовать. А здесь нарисовать, ну, к примеру, вишенку. Красиво. Какая-то не круглая вишенка. У меня тоже не суперская получилась. Смотри, а здесь сюда. А здесь можно цветочек нарисовать, кстати. Такой небольшой цветочек. И очень просто такое нарисовать. Здесь глазик полностью виден. Один. А один закрыт. И улыбочка. Здесь оба глазика хорошо видны. Так. Оба глазика хорошо видны. И улыбочка. И все просто супер. Теперь мы можем просто раскрасить... Ага, как я глаза раскрашу? Как раскрасишь? Хорошо, хорошо получается. Так, мне кажется, а вот это я никому маркер... не подарю. Почему? Стыдно. Почему? Ты раскрась, получится здорово. Давай раскрашивать. А, раскрашиваем двумя цветами. Одна будет у нас розовая, мадам Брошкина. А что ты насчет мороженого? Хочешь мороженое? Нет. Нет? А я люблю мороженое. Зимой тоже, вот в нашем государстве, в России, всегда любят мороженое, и зимой, и летом, да, кушать. Угу. Тоже странно немножко, иногда хочется, говоришь, думаешь, почему же зимой хотят кушать, да? Зимой хочется, может, чаю попить. А Валентинке мы дарим на 14 февраля. Ты знаешь, почему там Валентинов день придумали и все такое, всю историю какую-нибудь? Нет. Нет? Я тоже не очень знаю. Я думаю, что был какой-то Валентин, и он начал дарить Валентинке. Вероятно. Я не знаю историю Валентинова дня. Но, тем не менее, что в середине зимы люди встречаются, дарят друг другу открыточки, и это очень мне нравится. Мне меня вкусно получилось. Закрасим мороженое. Такой вот. И оранжевым нарисуем вот это вот. Я оранжевым покрашу. Отлично. И получается такая у нас Валентинка. А внутри, я думаю, вот здесь лучше еще вот так. Мне кажется, очень полезно будет, да? Нет. Нет? Мне кажется, очень полезно. Такое сердечко такое. Няшное. Ну и мы стараемся няшные рисуночки рисовать, потому что иногда я для мальчиков рисую, для девочек. Как дела? Кенролл. О, цветок. О, ужас, я забыл раскрасить цветок. Срочно, он будет желтый. Да дела? Отлично. Вот едим мороженое, рисуем мороженое. Сейчас будем есть запеканку, когда она приготовится. Через 20 минут. Ну, мы уже минут 10 рисуем, осталось немножко, и она подостынет чуть-чуть, и мы тогда уже пойдем. Я смотрю на время, там 30 минут. 30 минут, да. И мы будем кушать ее, потом завтра пойдем гулять, может, куда-нибудь поедем. У меня 14 февраля день рождения. Это просто отлично. Двойной праздник. Ну, иногда хочется, чтобы твой праздник был отдельно, чтобы у тебя был и 14 февраля, и праздник, понимаешь? Угу. Хочется. Вот именно что отдельно. А то, знаешь, если день рождения, например, в Новый год.
У меня там шоколадные. Внутри? Ага. А, шоколадные мороженые. Ребят, рисуйте наши валентинки, очень простые. Можно спокойно их повторить, и у вас все получится. Пластилин? Это такой пушистый пластилин. А, это Аня легкий, принесла это мне, подарила такую штуку. Я показываю, ребят. Ребят, рисуйте с нами. Сейчас будем паузу, и что будем рисовать в следующем? Собаку. Собаку. Которая сразу появилась. Собака, гав-гав-гав. Надеюсь, ты не будешь гавкать.